Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем делать вкусный чай. Итак, пошлите за ингредиентами. Итак, первый ингредиент – это листья черной смородины. Рвем молоденькие листочки. Итак, следующий ингредиент – клубника. Также можно добавить немножко крыжовника. Можно также добавить немного красной смородины. Итак, вот красная смородина. Также можно добавить мяту. Итак, давайте добавим еще, интересное растение. Вот это растение, называется лимонник. Мы добавляем несколько листиков этого растения. И все, осталось заварить это кипятком, и пусть немножко настоится. Давайте заварим кипяток. Кипяток у нас еще не созрел, но скоро уже будет. Давайте подождем.